Громкий скандал в Саратове. Там к заболевшей пенсионерке вместо скорой помощи приехали сотрудники конторы по оказанию ритуальных услуг. Как так вышло, что катафалк обогнал неотложку, выясняют теперь и в Минздраве, и в прокуратуре. Тем более, что подобный случай не единичный. Репортаж Сергея Пономарева. Нина Георгиевна рассказывает, в тот день внезапно почувствовала себя плохо. Сначала у 92-летней женщины закружилась голова, потом она потеряла сознание. Родственники вызвали скорую. Внук Александр отправил жену встречать медиков, так как семья живет в частном секторе. Улица эта тупиковая, дом сложно найти. А сам стал дежурить у окна. Однако первыми на вызов приехали отнюдь не врачи. Сначала у дома припарковалась легковушка с тонированными стеклами и автомобиль ритуальной службы. Эти фотографии сделал сосед. Я смотрю, тут буханка, тут приор, жду скорую. Скорая приехала только через 40 минут после вызова. Пока медики оказывали помощь, на телефон Александра стали поступать странные звонки. Собеседники внука Нины Георгиевны представлялись сотрудниками скорой, интересовались здоровьем пациентки. Я их воспринимал как контроль качества работы скорой. Потом они позвонили после уезда, ну что там, что там. Потом, когда сосед мне показал эти фотографии, до меня уже дошло, что на самом деле что-то не то. Я позвонил по этому номеру на следующий день. Это был этот ритуал. Что самое примечательное и отвратительное в этой ситуации? Во-первых, живому человеку прислали сотрудников ритуала. И во-вторых, они не оперативнее работают, чем скорая помощь. Как получилось, что номер телефона и вся информация о вызове попала к похоронной службе, сейчас пытаются выяснить родственники пенсионерки. Руководство станции городской скорой помощи говорит, что провели уже свое расследование. Были отслежены все звонки, которые делали сотрудники, отсмотрены кадры с видеокамер на станции скорой помощи. Медики уверяют, информация, что называется, утекла не от них. Непонятно, почему так получилось. Это не наша вина. Вот мы написали, чтобы убедиться в этом, мы написали заявление в полицию, провести проверку данного случая. В муниципальном похоронном предприятии ритуал не отрицают. Их машина действительно приезжала к дому семьи Ивановых. Якобы адрес указал агент частной похоронной службы. Попросил помочь забрать тело. Только на месте он сообщил, что их услуги не понадобятся. Мой сотрудник перезвонил, убедился о том, что да, на самом деле, что мы приехали, скажем так, не по адресу. Женщина жива. Он извинился, и мы уехали. Свою проверку уже начала прокуратура, ведь передача личной информации третьим лицам – это нарушение закона. Прокуратура в настоящее время проверяет деятельность как службы скорой помощи, так и похоронного агентства. По итогам проверки, в случае выявленных нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования. Это далеко не первый случай. Подобная ситуация в Саратове произошла в декабре прошлого года. Тогда к дому, где умерла девочка, первой на вызов также приехала не скорая, а машина ритуальной службы. По этому случаю также сейчас проводится проверка. Такие резонансные случаи все чаще происходят в российских регионах. Смерть, по сути, прибыльный бизнес. Похоронные агенты готовы платить за то, чтобы первый узнать информацию об умерших. Так, в Новосибирске в прошлом году прокуратуре удалось выйти на информатора похоронного агентства. Им оказался действующий на тот момент сотрудник полиции, сын владелицы ритуальной службы. За коррупционный сговор им назначили штраф в размере 1 миллиона рублей. А в Новокузнецке коммерсант при помощи так называемого жучка прослушивал разговоры диспетчеров скорой помощи, пока не был задержан сотрудниками ФСБ. Сергей Пономарев, Павел Литвет и Сергей Суворов. Первый канал. Саратов.